вы разойдитесь. Близко не подходи. Тут наверняка есть охрана. Кто бы ты ни был, замолчи. Ни шагу да. Я заставлю тебя замолчать. Постой!
Я не дам. Я уверен, что видел кого-то.
Тебе конец. Я тебя найду. А? Ugh.
Буду осторожен. Так странно. Ты
Ah!
вперед! Опасное место. Прошу пощады! Так, значит, пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов. Отправляем в Аттику и самих продаем в рабство. Увести его отсюда! Я думал, вы работорговцы. А ты кто? Я Алексиус. Ну, Алексиус, нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте. Говорят, ты торгуешь сведениями. И ими в том числе, да. Я ищу кое-кого. С какой стати мне заключать сделку с тем, кто убивает моих людей? Мне пришлось. Не мог тратить время на уговоры. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Алексиус. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Она моя мать. Я не видел ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Немало, учитывая, что ты лишил меня нескольких верных товарищей. Почему цена столь высока? Под моей защитой город и его жители. Я не хочу воевать и сделаю все, чтобы война не настигла нас. Сейчас у меня нет таких денег, но я вернусь. Я не тороплю тебя. Нужна работа? Спроси у моих людей в городе. Тут всегда найдется дело для наемника. Доверишься пирату, все равно отдашь ему денег. Раз нужны деньги, придется искать себе работу.
Ха-ха-ха.